Наша практика первая и девятая. Год экологии в России подразумевает реализацию цикла мероприятий. В их проведении будут задействованы все уровни власти – федеральные, региональные и муниципальные. Участие в обозначенных событиях примут широкие слои населения. Это школьники, сотрудники природоохранных объектов, волонтеры, активные граждане. Так, на территории Холма Славы по инициативе отдела по делам молодежи и туризма муниципального образования город Хасавюрт. В Хасавюрте дан старт году экологии. Я поздравляю вас с открытием года экологии в России. В частности, этот год мы открываем сегодня в городе Хасавюрт. 16 января текущего года волонтерский корпус «Чистая планета» уже начал свою работу. Были проведены немало мероприятий и по благоустройству, закрепленных за учебными заведениями территории, и реализация социальных проектов. Конечно, на этом наша работа не заканчивается, надо сказать, что она только стартует. В Дагестане есть все необходимое, чтобы сохранить и защитить имеющие природные ресурсы. Как отметили присутствующие, все зависит от самих жителей и насколько муниципалитет сможет мобилизовать народ на охрану окружающей среды. В этих целях руководство города периодически проводит общегородские субботники с привлечением учащихся школ и колледжей, работников организаций и ведомств. Задачу всех, кто принимал участие в субботнике, входило наведение чистоты и порядка по всем центральным улицам. Директор эколого-биологического центра Олимпаша Амаров отметил важность проводимых мероприятий, направленных на благоустройство Хасавюрта. Президент Российской Федерации объявляет 17-й год годом экологии. Это говорит о том, что наше правительство обеспокоено состоянием экологии в нашей стране, также экологии каждого субъекта Российской Федерации и малых, больших городов. Руководство города подчеркивает, что цель мероприятий по благоустройству – это поддержание чистоты на скверах, улицах и придворовых территориях, а также формирование у жителя ответственного отношения в плане санитарного порядка в общественных местах. Основной задачей мероприятия, проводимых в рамках года экологии, является обеспечение экологической безопасности и сохранение уникальной природы России. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».